Всем привет! Сегодня у нас воскресный день, и на завтрак у нас сырнички. Готовлю ужин, покажу вам, что готовлю. Делаю котлетки. У меня был готовый фарш, купленный в магазине, говядина плюс курица, мираторг. Я в него добавила пол луковицы, 2 столовых ложки без горки манки, соль, перец по вкусу. Сформировала котлетки. Они были ровненькие, такие хорошие, кругленькие. Налила воды, выложила котлетки, они начали готовиться, и все вот такие вот стали сморщенные, как сморчки. 10 минут на одной стороне, 10 минут на другой. Под крышечкой тушу их. Здесь буду отваривать макарошки. Вода у меня уже закипела. Макарошки у нас быстрой варки. Воду я подсолила. Высыпаю макароны. Варятся они примерно где-то минут 5 всего. Это самые тонкие макароны. Вот. Так что они сварятся очень быстро. Сейчас вода закипит, я убавлю и 5 минут подержу. Все, у меня как раз дойдут у меня котлетки. Такой ужин у нас получился. Пару котлеток и вермишелька быстрая. Всем приятного аппетита, кто сейчас ужинает. Сетка рабица метровая. Сейчас там за глазами, потому что скотина, что не лазит. Ну да. И здесь барбарис какой красивый. Вот этот красный, а этот прям какой-то как с сиреневым отливом с каким-то. Да? Вот такой это нам красавчик. Да? А это вот маленький, на наш похож, да? Вот этот. Вот. Видишь, тоже медленно растет тоже. А вот эти вот симпатичные, вот эти вот, да? Туи они или можжевельники, да? А этот вот, смотри, какой-то немножко этот цвет другой, да? Красивый, да, получается? Сажали вот этих вот, вот которые вот такие вот ползучие. Да не дай бог. Труба-то была вот на таком уровне, чтобы можно было размахнуться. Если размаха не будет, то просто не забьешь эту землю. У нас нет ничего подходящего. Придется обрезать. Забор достаточно, 1,5 метра. Обрезать.
большую такую резину детскую. Доски эти. Что-то у меня тут цепляет на меня. Нет? Не цепляет? Здесь ничего? Не хочу. Руки все пирожные. Друзья, я уехал на пару недель, вернусь. Закончу. Закончу, говорит. Ну, там мальчишки занимаются. Это для сноуборда, да? Да, что хочешь, на самокате, хочешь. Сноуборд это зимой. Раздети. Очень сноуборд. На самокате это понимается. Если любитель сноуборда. Заниматься. Там на руки даже. Есть. Давай. Начинай как. Качаться надо? Да, начинай качаться. Все, давай. Да. С какой начнешь? Я только на грудь начну. Давай, на грудь. Как раз на грудь надо. Пап. На грудь. Надо поставить того. Ну ты, Сережа, все уранее. Нормально стоит, по маршу. Ты... Ой. Я Игорь все уронил. Все уронил. Давай, твой телефон. Начинаем процедуру. Давай это, поменьше поставь. Поменьше поставь, пап. Поменьше поставь. Мой вес. Ну, я сам сверху. Ну, поменьше поставь. Полегче немножко, да, поставил? Ну вот. Еще это, на спину найди еще тренажер. На спину еще. А ты не занимаешься. Даже здесь вон и сделали. Они тут выступают. Это, и они это сделали, даже сиделки там, смотри. Прикольно. А там вот внизу что? Не внизу. Там внизу. Здесь тоже вот вроде раньше что-то стояло, да? Здесь вот. Какие-то тренажеры. Или их туда перенесли? Ну, изначально здесь они их поставили. Вон там они стоят. Туда дальше? В следующем здании, да. Ну, давайте пойдем за коробкой. Да? Может быть. Может, я перепутала что-то. Вот, да. Мне казалось, что здесь мы всегда вот по этой идем линии, Сережа. Да? 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 Ну, поняшки идут, да? Все, походу, перед. Красиво все стало, да? Вчера, вон, видишь, Дзержинск, город молодежи. Вчера тоже, видать, здесь что-то было.
ничего не видно.